Так, 42 метра от крайнего рельса, это какой? Это вот моя территория, то есть до вот этих гаражей, до ГСК. Вот эти опоры, до гаражей, это моя территория. Ну, в смысле, низкой дистанции пути, железной дороги. Да. Другими словами, дорога и тот путь до моста, который находится за забором, он не принадлежит вам. Это, об этом должен позаботиться. Да, муниципалитет.